Вот и нашла. Ладонька растут цветочки. Выкопала вот одну луковицу корешки. Так, и сейчас вот эту выкопаю. Уже пошли стрелочки. Выкопала корешки, положила ведерко, и сейчас я их пойду в другое место пересажу.
выкопала ямку в другом месте, положила корешки. И теперь перегнойчиком засыплю эти корешочки. Пересадка быстро получилась. И пусть растут у меня в другом месте цветочки. А то там бы их затоптали около лавочки. Посмотрим, что с них вырастет. Садила корешочки. Потихоньку домик приводим в порядок. Счистили краску и красим голубой краской второй верхний вот этаж. Наша собачка смотрит за всем процессом, как все идет. Следит внимательно. Посмотри в камеру, Ланета. Ланета, посмотри в камеру. Вот здесь еще один кустик тоже растет. Сейчас я его выкопаю и пересажу в другое место. А то около лавочки она затопчется. Пойду за лопатой схожу. Пойдем за лопатой. Пошли за лопатой сходим. Пойдем.
ведро сразу возьмем. И лопату возьмем. Пошли. Пошли выкопаем кустик. Ты лопату боишься, что ли? Пошли, 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 пошли. Где ты? Все, сейчас. Где там вон те кустики? Сейчас я его выкопаю. Так. Вот они. Вот корешочек какой. Сейчас мы его пересадим. Где-то наша ведёрка. Вот еще один тоже. Хороший корешочек. Соберу их, ведерко положу и пересажу. Так, вот они, никакие корешки большие. Так. Еще какой-то корешок. Прям под лавочку он залез. Прям целый куст. Так. А это уже у нас вишня. Пойдемте пересаживать на другое место. Я выкопала ямочку рядышком с первым. И теперь эти вот корешки. Сейчас посажу их. Как вот он был. Я его посажу. Все эти корешки вот эти. Все вот их, которые выкопала. И сюда.
все корешочки, которые мы выкопали. Туда же все это кину дело. В эту ямку. Все корешочки в одну и ту же ямку. Сейчас скидаем. Так, пошла я за перегноем, схожу. В ямку положила все. В ямку положила все корешочки, которые я откопала. Теперь беру перегнойчик и засыпаю. Эти корешочки все. Корешки я засыпала, пересадила в другое место. Камешками пометила местечки, куда я закопала корешочки, чтобы знать. Лук что ли ешь? Ты лук что ли ешь? Так, смородина. 2020 год. На черная смородина.